поставки рубля идут, вот, и наличного рубля. Но важно еще насытить экономику безналичным рублем. Для этого должны у нас российские банки, заходящие сюда, начать кредитование, и кредитование населения, и кредитование предприятий. Такая задача перед банками поставлена. Вот. Но технически они ее могут начать не раньше, чем обеспечат расчетное обслуживание. Сейчас это вот первоочередная функция еще решена не в полной мере. Пока не будет политической стабилизации, транспортное сообщение все-таки вносит свою лепту в высокую себестоимость. Вот. И бензин у нас будет немного дороже, чем в Российской Федерации. Можно поставлять бензин не только через переправу, вот, можно их поставлять, ну, бензин вообще, и дистопливо, и другие виды, танкерами. У нас есть нефтебазы, их можно загружать, можно использовать. В этом случае доставка будет значительно дешевле, вот, и, соответственно, ресурс будет дешевле.